Ты дрянь, дрянь. Серый, спишь? Здорово. Серый, сундук потащили, блин, сюда. Надо будет сходить на источник, набрать воды. Извини. У меня последний пузырек остался. О, он так прогуляет. У меня последний пузырек. Привет, а ты кто? Я Руслана. Ну, что ты здесь делаешь? Ты сюда приехала, что ли, недавно? Да, да, недавно приехала. Ой, да. Привет. О, что, бар, что ли, открылся? Привет. Бар? Вау. Здравствуйте, у вас есть выпивка? Это бар вообще? Да, это бар, выпивка есть, покупайте. Все по скидкам. О, хорошо. Да, так. Сейчас попьем. Что тут? По сколько все стоит? По 2. Понял, я беру тогда 6 изумрудиков. Да, вот у меня 2, я... Так, что тут есть? Хотя... Отлично. Так. Беру 3 напиточка. 3 картины красивые. Все, можно... Нет, у меня. Я возьму пивка. Так, сейчас вам 2 изумруда своих положу. О, какой расколбас идет. А? О, все, сейчас тоже выпью. О, отлично. Сейчас хоть блевану. Ой, надо воды набрать в источнике. Попить. Все, промылся, теперь больше бухи хотя бы не буду. Что там говоришь? О, я это упал просто. Я упал. От этого всего. Да, жив остался. Блин, надо просить у мэра новую работу. Все, потому что огороды не наши уже ела. Руслана, открывай. Привет. Серый, ты пойдешь работу просить у мэра или нет? Да, но... Так. Ладно. Так, я вижу. Здравствуйте, мэр. Здравствуйте, что хотели? А мне нужна новая работа, потому что на ферме там уже поработали. Есть какая-нибудь работенка? Вам надо подравнять скалу. А, скалу подравнять? Да. А, она слышала, что там будет подравнивать? Я даже знаю, на каком уровне. Инструменты где? Инструменты я вам сейчас буду. Вот эти камни. Ага. Короче, мне сказали идти вот сюда, краник. Здравствуйте, у меня вот инструменты надо взять. Ага, бери, бери. Так, а вы один или с другом? С другом иду. А. До свидания. До свидания. Чё, взял? Где ты? Я сзади был. А, да. Ну, я, короче, тебе 2 лопаты, 2 кирки. Угу. Что он сказал? Скалу подровнять надо. Скалу? Угу. Я знаю, в принципе, где это. Покажешь, я не знаю. Пошли. Извините, пожалуйста. Да ничего. Что-то есть хочешь? Ать. Да-да, ушел. Какой скал? Доел хлебушек. Это? Нет, дальше. Так, не, мне там еще да, объясняли. Ты что понял? Вот это? Вот оно. Ну, чтобы вся скала была. Все убрали. Серёд, на таком, чтобы уровне было. Видишь, какой сейчас, на каком уровне я стою? Надо было, чтобы вся скала превратилась в этот уровень. Угу, хорошо. А камень кому останется? Камень надо будет дать. По-моему, там мы даже... Мы из него деньги получим?
Нет, по-моему, нет, надо за саму скалу получим деньги. По-моему, даже камень там, если он, если захочет, если мэр разрешит, то можно камень даже себе оставить и продать. Да, можно. Пауза, 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 пам. Так. Всё. Нормально выровнял. Раз вглубь идешь. Блин, похоже, за свой дом в арену здесь хотя бы. Если нам он разрешит, конечно, взять камень, мы из него сможем дом построить. Не, он не сможет построить, у нас навыков, что нету денег. И цемент, все. Откуда мы идем? Долго. Долго ли? Недолго ли, хрен знает. Привет. Ты где? А, вижу, привет. Привет. Вот тут скалу уничтожаем. Знаешь, Сири, если мы этот камень сможем себе оставить каким-то образом, то можно продать же его. Да, мы получим деньги. Вдвойне. За скалу и за камень. Ты не забывай, что надо так вот еще сверху убраться. Я понимаю. Это все на чем-то висит, я не понимаю на чем. Ну. Я пока вверх буду равнять, а ты не сравни. Не, все такое. Просто я по уровням равняю, видишь? Потом сейчас вот скоро до земли уже идем. Как вкусный цветок пахнет. Руслан тут гуляет. А Руслан, как думаешь, богатый? Ну, если богатый, она и не бедная. Если дом-то, если переехал сюда. Дом вот этот продавался, я помню, там он стоит, знаешь. Вот эти дома самые маленькие, вот она почти купила самые маленькие почти. Он стоит сейчас даже что-то там где-то 64 изумруда. Волс, так. Да, те ее. А самый дешевый это за 50. Самый дешевый. А нам даже столько не добыть за скалу эту. Столько сил потратим, а нам мало дадут. Как думаешь, сколько нам дадут за это денег? Не знаю. Думаю, что изумрудов 10 должны дать. Ну, минимум. Хотя мы за ферму больше получали. Думаю, что изумрудов 20-30 дадут просто. Отсыпят за это и все. 20-30 это же... огромное число. Для нас, да. Мы сможем, знаешь, что сделать? Mm. Мы сможем закупить гвоздень, досок и сделать себе дом. Мне все равно не хватит. Нам не хватит, но если будет 50, мы сможем уже дом взять себе. Там говорили, надо бы сейчас не бухать, а, блин, деньги оставить себе. Мы последний раз побухали и все. Я думаю завязывать, потому что, ну, не хочу быть как родителями, но согласен. Мамка чуть не умерла. Наша. От того, что она пила, пила. А отец умер уже. От пьянения. Не только от этого. Там же кто-то избил еще. Хрень полная, блин. Сегодня я знаю человека, который нашего отца убил, я просто его на месте разорву этой киркой. А представь, если мы его, если он живет рядом, ну, по соседству. А он, кстати, сейчас сообщили, что в соседней деревне видели это. Неделю назад слышал по радио. И то не нашему, конечно же. А у кого-то, да, из окна. Ну, слышал. У кирка сломалась уже. У меня пока еще кирка не ломалась. Хорошо. То есть, ну, еще инструментов не хватит. Придется опять до нее бежать дополнительно. У меня там уже и закончился инструмент. Если они, конечно, привезут. Ух ты ж, не упал. Ну зато тут обещали какой-то дом построить. Ну там уже строят кирпичный, видел? Ну, я его знаю. Он, кстати, по-моему, в аренду даже будет сдаваться. Это мой друг их строил. Mm-hmm. Руслана, что ты там делаешь? Да просто. Никак не. Это капец, это... Ой, я уже... Это так муторно работать, но... Вот это вот работа, киркой копаешь. Дали какую-нибудь хотя бы дрель. У нас дрели нету в деревне. Ближайший город от нас находится за 1000 километров. Ты что? Какая дрель у нас? Не знаю, но... Даже не знаю, какие-то неандертальцы тут живем. Знаешь, я лучше был бы городским бомжом. И просто валялся бы на улице, чем здесь вот да, тут, умирать. Да, можно даже это... По дороге было какой-нибудь телефон найти и позвонить.
Ну или хотя бы получить в полиции временный паспорт. Работали бы в полиции, догоняли. Я бегаю очень хорошо за кем-то. Ну, и от кого-то еще тоже хорошо бегаешь. Ну что, она смешно, смешно, смешно. Шутить да я умею еще. Наверное. Я буду скопать. Блин, сейчас главное, знаешь, чтобы не начать потом... Таким придется лопатой это. Ломать камень уже. Это уже капец. Это мы уже умрем, мне кажется. Мы будем ждать просто привозки новых инструментов. Знаешь, прикинь, что нам сказали бы свои инструменты покупать. Мы вообще тут в ноль, мы вряд ли бы даже в плюс-то вышли с этого. Угу. Ну что инструменты стоят больше, чем эта работа. Возможно. Ну, кирка. Нет, шесть. Не сама с кирка. Сейчас вторая буду покупать. Ну, вторая, это ладно, у нас еще есть. Там земля уже осталась, по-моему. Надо, чтобы кирка выдержала. Но должны мы откопать вместе. Блин, надо было попросить кирку получше. Ну или хотя бы три нам, чтобы запасом точно хватило. Тут еще сколько слоев-то? С этой стороны сколько слоев еще? Камни. Сказали, что вот это строить дом. И тут вот. Короче, смотри, листву, есть? Все вот это ломай, короче, убирай лопатой, не киркой. Кирки сейчас важны. Слишком. Здорово. Здорово. Он хлеб выкинул? Это ты кому хлеб? Вам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мне если что, хлеб есть. У меня. Картошку мне не надо. Картошку мы в детстве ели. Я обожаю ее. Особенно с солью. Запеченная вообще. Ну. Богатство какое-то. Я ел ее с солью. Ой. Брал. Камешек не надо. Да себе забери камешек. Земли, земли, рой. Земли роем, земли, земли роем. Возьмите картошку. Все, сейчас я, короче, на гору заберусь, сверху буду. Ай. Стой. Слышал, музыка играла? Да. Прикольно. Какие-то рэперы ходили. Спасибо, это ты нам? Да. Картошку. Спасибо. Нам хотя бы что-то не сегодня поедим. У нас у меня еще дома есть хлеб. А дерево нам чем рубить? Он пробует рукой сломать. Охренеть, а. Бери дерево, нет, чтобы топор еще дать хотя бы. Дерево на другой руби. Ну ладно, я еще могу. Ну тут тоненькое. Лопаты эти листья ломать. Можно хотя бы рукой ломать, я его даже рукой ломать. Ну. Мне лопата жалко. Зато сохраним. Представь, как наши. Дерево-то можно не это не отдавать. Они, если бы знали про дерево, они бы дали нам топор. То есть дерево можно не отдавать, а продать его. То есть мы же сможем сейчас это... Себе домик хотя бы подпереть, да. Дырки залатать, просто хотя бы поставить дерево. Сколько тут деревьев-то? Ой. Мы же сможем сделать себе стол, чтобы на этом столе потом что-то сделать. Да, да, будет круто. Что-то деревянное. У нас хотя бы дома теперь холодно не будет. Ура. Я откопала мое дерево. Мы сможем же потом это превратить в доски с помощью этого стола. Да, есть такое. Стой. Только для этого нужно само дерево. Нет, так, так. Так. Подожди, землю пока что рукой поломаю лишнюю. Я пока буду дерево добывать. Пока никто не видит. На, хорошо. Стой. Это хорошо еще будет, что нам камень разрешат оставить. Что? Изумруди. Спасибо. Пожалуйста. Что, мне по кошечке покупали. Да. Спасибо тебе, Руслан. Пожалуйста. Мы сегодня не поели. Ну, домой, кажется, идет уже. Чего? Ну ладно, захотела нормально. Она просто смотрела, как мы работаем. Ой, кушать хочу. Можно интересно. Не кушать. Я еще даже не проголодался. Я поел хлеб последний свой. Угу. Ну, землю, конечно, выбросить можно просто на помойку там какую-нибудь. Да. Хотя не знаешь, можно наоборот в мэрию дать, чтобы это на огороды, на плантацию все пошло. Или самим огород сделать какой-нибудь. Это же... У меня, кстати, семечки пшеницы тут появились. Может, сделаем огород на свой? Можно. Все, серый. Уже финальный слой идет. О, он
нормально. Да, 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 да. Я разрушил. О, морковка есть. Как я это? Разрушу. Круто сейчас сделать. Просто знаешь, как круто сейчас сделать последний слой этот? Мне уже просто все забито. Я уже, не знаю, еще чуть-чуть, я, кажется, уже просто свалюсь и не смогу нести уже это. А я все еще держусь. Да хорошо. Так, так, на этом месте должны построить дом. Я, короче, потребую, чтобы нам 20 грудов дали минимум. Знаешь, если бы они нанимали персональных строителей, чтобы это снести, они бы, знаешь, что тут потратили... Дерево просто. Как раз есть, я его пока поломаю. А может быть, есть какие-нибудь... А как же оно... Лука болит просто. Очень сильно. Ну да. После этой лодки дерево. Но зато мы сможем подпереть, чтобы не задувало ветром. А то же скоро зима. Да. Я хочу в гору, на горы пойти. Может, я на горы завтра сходим, а? Где помнишь? Можно. Не знаю, пустят нас туда или нет, конечно. Бесплатно. Ну, мы должны. Серый, последний камешек остался. У меня 26 дерева, я кое-что... Серый, посмотри. О, яблочко. Я пошел за яблочком. Бери. Иди сюда. Я пока пойду порублю дерево. Видишь, там все, надо идти лучше, а то вечереет уже, наверное. У меня 26 дерева. Серый, смотри. Последний камень. Я сломала. Ура! Работа окончена. Сейчас я разберусь. Стой, подожди меня. Ладно, догонишь, я просто... Скинь, короче... Ладно, сам все выложим на сундуке. Думаю, что влезет. Давай, короче, часть материалов мы отдадим камню. Камень все равно дешевый. А часть себе наберем. А? Покажи, где ты живешь. Потом покажу. Хорошо. Когда дом построю нормально. Считай, покажу, что мы нигде не живем. Просто... Здрасте, вот вам все инструменты. Ага, хорошо. Ну, сундук открыть, или как смог. А камень, он, ну, давайте половину камня сдам вам, а половину себе оставлю. Можно же так? Так можно же, теля, я пройду, я с работы, с камнем. Ага, проходи. Серый, оставляй три стака себе камня просто. Так, здравствуйте, я сейчас оставлю. Три стака оставить? Да, ложи, ложи. Три стака ложи, да? Ага, ага, оставляй. А оставлять нужно, что ли? Да, три стака оставляй, оставляй. Три. Хорошо, все. Серый, пацаны, ничего не говори. А, что говорить? Да ничего, ничего. А какая нам оплата ты получаешь за это? Каждому по 15 изумрудов. Нет, ложи, берите по 17. Сейчас серия нам возьмет. 17 изумрудов. А можно 20, а? Нет. Почему? Сделать хотя бы на 18. Все, ладно, 18. Последняя, последняя цифра. Бери 18. Я вот считаю. А, бери 10, я 8. Стой, стой, стой. 18 тебе. Где там? Пошли вниз, я бабу на 18 рублей. Спасибо вам огромное. До свидания. Я забыл это сдать. Не сдавай лучше, давай. Лучше полиция. Извините, я забыл сдать это, не смогу. Молодец, что вернулся. Коля, кто живет в таком доме? Я просто забыл. Я Здравствуйте, я просто забыл. Коля, отдать все это. Коля, привет. Привет. А что сделаешь в этом домике? Живу. Ой, да. Ну ничего не жалко, это наша жизнь. Такая неудачная. Что у нас родители почти все умерли. Можешь выходить с нами. Родственники. Наши родственники все умерли почти. Ну, все. У меня еще есть дерево, прикинь. Хорошо. Золотая, сейчас золотая дырочка всем деревом, которое у меня есть. Нигде не пойду, зачем? Золотая крышу, пожалуйста. Сейчас я тут... Крышу? Да. А вот эту дырку сверху? Нет, это оставь вылазить. Вот и дырочки тут остались.
меня есть две досочки. Которые мне отдал друг. То есть я рисун такие 18 твои, а снизу 20 мои. Ну, у меня еще два были с собой. Нет, не сегодня. Ну ладно. У нас есть нормальный дом. Я бы и попал. Давай. Давай спать.